Дорогие друзья, как я уже объявлял, на предыдущих наших встречах в октябре в Нью-Йорке проходил фестиваль музыки барокко, организованный театром опера «Лафайет». Этот фестиваль освещал отношение влиятельных женщин Франции XVIII века к музыкальной жизни своего времени. Наш клуб «Вечерние встречи» был приглашен участвовать в этом престижном музыкальном празднике. Мы уже выступили два раза. Были исполнены произведения одного из величайших композиторов эпохи барокко Антонио Вивальди. Две части концерта для флейты «Ларго» и «Аллегро». Наши выступления, что особенно приятно, вызвали многочисленные зрительские симпатии. Фестиваль продолжится в мае 2024 года, и мы надеемся на приглашение участвовать в дальнейшем в этом фестивале. И сейчас, в соответствии с программой фестиваля, будет исполнено финальное произведение. Антонио Вивальди. Концерт для флейты. Анданте. Thank you.